Ребята, очень важная новость. Сегодня в 18:00 по МСК состоится крупнейший турнир от компании Red Bull. В 18:00 будет стартовать этот турнир, поэтому успей сегодня зарегистрироваться, и в 17:30 нужно подтвердить свое участие на сайте. Подробности будут по ссылке в описании. Обязательно не упусти свой шанс, возможно, ты заберешь первое место в этом турнире. Привет, друзья! Так как у меня сейчас с кубками небольшие проблемы, да, я вчера пытался на стриме, грубо говоря, 600, но даже 5800 не вернул. Короче, с глобалом, ребят, серьезные траблы, надо сейчас будет мне экспериментировать с колодами, это будет вообще лютая херня, я, наверное, сольюсь опять, но до конца сезона еще время есть, поэтому надеюсь, что... Ну, я восстановлю 5800 и попытаюсь же с последним дыханием поднять 600. Надеюсь, вы меня поддержите, подпишитесь на канал, по ссылке в описании будут стримы у меня, подписывайтесь на канал для стримов. В общем, сегодня я хочу прокачать пламенного дракона. Я его оттягивал до последнего, до конца сезона, чтобы вначале прокачать, пофаниться. Но, видимо, пришло время. Пришло время прожарки, ребята, и 13-й пламик у меня уже готов, кстати... Я его получил от соклана своего. Большая ему благодарность за то, что он мне дал последнего пламенного дракона. Сейчас его прокачаю, будет он у меня 13 уровня. Я его долго копил, вы это знаете. Я несколько видосов записывал, и вот время его пришло. Ну что, 100 тысяч золота, ребята. Пламенный дракон 13 уровня к прожарке готов. Делаем скриншот. Ну что, пламик. Привет, поехали. Займемся серьезными делами. Колода у меня с королевским гигантом. Лютая колода. Короче, погнали, ребята. Я не знаю, что получится, я экспериментирую с колодами. Ну что, неплохо я, ребят, так прожарил своих соперников, что аж слился до 5427. Вы просто посмотрите, сколько, 3, 4, 5, 6, 6, короче, поражений. 6 поражений, и я решил, что пора менять колоду. Вот такую вот адеку взял. Просто дека не пошла, честное слово. Вот с декой были проблемы. Честно, меня бесят эти варварские бочки. Вот бесят, они сейчас берешь, они у всех молнии, варварские бочки. Хер пойми почему. И мне как назло подбираются три мушкетера. Я не знаю, как контрить трех мушкетеров в молнией. Когда там ледяной голем, когда там таран, когда у тебя нету разряда, а у него там летучие всякие мыши и прочая такая шалупень. Ну, то есть пойзеном накрываешь и все, и тащишь. Либо мне вот как-то вот назло, что ли, подбираются эти... Как их называют-то? Три мушкетера. Ну там... тихо. Оу, щит. Пойзен, да, будет, скорее всего. Давайте, варварская бочка. Файр, да? Окей. Файр. Ну все, сейчас будем прожаривать, пацаны. Сейчас будем прожаривать. Ну, я вам говорил, что только поменяешь колоду, и у тебя начнется, вот, начнется дискотека, блин. Века, ёпта. Слил кубков много. Много и... Не жалею, потому что похер вообще. Похер, потому что до 600 там все равно было далеко. Поднять обратно 5800, может быть, и сложно будет, может быть, и легко. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Не смогу, так не смогу. Что поделать? Что поделать? У нас тут так вот все серьезно, тут в Clash Royale. Все серьезные стали, все такие прокачанные, все такие крутые, скилловые. Молодцы, молодцы, парни классно играют, вообще задроты от души. Так, тут стражи, поехали. Тут печка. Но вот проблема в том, что начинают это менять колоды, начинается вот это все херня. Ну а с колодой Голем 2 Принца дальше уже не идет, ребята. Но я тоже там проигрывался, я уже не понимаю, что мне надо от этих трех мушкет... Ой, от этих двух принцев, что... Ну бред какой-то. Так, ладно, самое главное, чтобы печка у меня стояла, да, это самое главное, тут давайте дракона закидываем. Прикольно, да, я взялся прожаривать соперника, и тут нету танков, то есть пламенный дракон не пригодится. Он слил шахтера, но тут вообще, нет, да иди уроки учи, Dark Knight, куда ты пошел на 5400? Тут серьезные дядьки играют, тут ошибок нельзя допускать, дебил что ли? Я в шоке с него, он допустил ошибку. До этого одни роботы против меня играли, ни одной ошибки не допускали. Прикольный предикт был бревна, но нет, ты какой-то ни о чем вообще. Я серьезно тебе говорю, ты лучше иди учись играть. Ну, смотрите, сколько ошибок. Ну, это нормально вообще, смотрите. Оп, и все, и как бы минус вышка. Так, ну тут дракон. Не-не, Dark Knight, ты точно ни о чем. До этого соперники прям такие все ровные. Вы видели, что я творил до этого? Это просто лютая дичь. Так, коргик и бревно, вот это бревно, варварская бочка, чё, криво как-то, да, ну пох вообще. Так, тут у нас так, 19 секунд, боже, мы задефаем это, я надеюсь, мы, надеюсь, я это задефаю, так, мы это, я,
Так, 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 так. Нифига себе он в конце дал жару, слушайте. Он добивает? Я в ахере, пацаны, я в ахере просто. Как он в конце прожал меня? Не, ну Dark Knight, молодец, молодец. Забираю свои слова обратно. Молодец. Так, окей, окей. Угу, окей. Так, так, делаем. Так, хорошо. Блять, как его теперь выиграть? Как его теперь выиграть? Кто мне скажет? Так. Так. Так, хорошо, хорошо. Тут бревно. Ну, или вот это, короче, бочка с варварами. Так, ну, в принципе, нормально. И принцессу забрали вот сейчас, если по-серьезки, то вроде как пошло, пошло. Я настроил гитару, и вроде сейчас все нормально должно идти. Все нормально, давай, я знаю, что ты хочешь, короче, этот, запредиктить как-то, но не получится у тебя. Я ведь не лох. Так, так, ну все, все, тут осталось молнией жахнуть. Да, сука, эликсир вообще вечно копится, вечно копится. Бам-бам-бам, короче, 100 хп осталось, окей. Давай-давай-давай, я жду. Я жду тебя, родной. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Стражи. На страже, отлично. Ну и все. Фух. Первая каточка, которой я затащил. Ну блин, тут пламенный даже не пригодился. Даже не пригодился пламенный дракон. Спасибо. Спасибо. Блин, я надеюсь, он видос этот не посмотрит, а то я так к нему с уважением в конце, а вначале я прям так его поливал. Не, ну я с сарказмом говорил, ни в коем случае никакой злости не было, то есть я так шуточку говорил, что типа, ну, стебал. А, ты тут ошибки допускаешь, лол. На таких кубках, ну правда, я не могу, я серьезно, я всегда затуплю, где-то да затуплю. А мои соперники, такое ощущение, что просто идеальные, я не знаю, просто... Ангелы, ёпта, не допускают ни одной ошибки. Все делают классно, все делают ровно, по таймингу вообще. Эликсир зря не просирают. Предикта четко. Короче, ну... Ну, я не знаю, ну... Идеальные. Сын маминой подруги, ёпта, у меня противники. Сыновья. Ладно. Сейчас, короче, начнется прожарка, я чувствую уже все, они меня разозлили, не по-детски, плюс сейчас соперник что-то набокопорил, я чувствую, сейчас ему прилетит по лицу, так что, ой-ой-ой-ой-ой, я ему сочувствую. Что, Ардуму готовишь какую-то? Как же я угадал? Да легко, легко, потому что это легко угадать, тут все играют одним и тем же, ё-моё. 200 хп я ему стычки оставил, а? А, надо с этого было начинать выпуск, что типа, мол, у меня... 5400, да, и начинаем прожарку. Вот, ну, блин, короче, пацаны. Так получилось. Тильтанул. Тильт — это плохая штука, неприятная, необъяснимо, но факт. Но он присутствует. Да ёпта, чё опять эти шахтеры с ордой миньонов? Дайте мне гигантов, дайте мне големов. Я хочу с пламенным поиграть против танков. Как я против спеллбета должен играть с пламенным? Вы что, прикалываетесь? Я же прожаривать пришел соперников. А как я прожарю их, если у меня нету надобности его выпускать? Ну, камон, ну, блин. Сейчас, короче, этого челика выиграю. Надеюсь, что следующий подберется с дракончиком какой-то. Вот, ну я еще подыщу колоду. Мне эта колода не совсем, если честно, нравится, пацаны. Вот, серьезно. Я бы такое что-нибудь интересное нашел еще. Тут так, это на первое время, если честно, дека. Так, ну смотрите, сколько я всего закинул. Так, хорошо. Я не знаю, что сейчас делать. Серьезно. Дракона нет. Так. А что, вышка? Помогай, конечно, помогай. Ты что, дура или что? Конечно, надо помогать. Так, дракон, ёпта, дракон, бей миньонов сначала, верно, все верно, красавчик. Так, блин, я дракона потратил, а чем мне сейчас дефать ордумух? Так, ладно, оп, тихо, еще варвара надо кинуть. Кидаем варвара, тихо, аккуратно играем. Сука, стой. Аккуратно. Так, закидываем. Ух ты, ё-моё, как. Ну тут молния, блин, против спеллбейта молния не заходит, ёпта. Не заходит молния против спеллбейта. Не заходит. Молния против спеллбейта.
Не заходит. Но я играю с молнией, если что. Так. Стражи и варвар. Пошел варвар. Все, я дракона не буду сливать, я понял. Ёпта, хотел не туда. Ну ладно, пойдет и сюда. У меня есть печка, у меня есть дракон, я понял. Я просто неправильно пользовался этой всей ерундой. Короче, вот легко все. Да что ты, деф? Давай, хорошая игра, до свидания. Последний бой остался. Ух. Меня так бомбит немножко, ребят, потому что запись ролика идет 32 минуты, а вы, наверное, смотрите там минут 5 или 7. Последний бой. Я надеюсь, сейчас мне подберется гигант, либо голем. И я его так прожарю хорошенько 13 уровнем пламиком. Не, ну серьезно, пламик 13-го, классная карта. Надо... Че, там у вас есть какие-то советы колод с 13-м пламиком? Надо что-то с бритспамом может придумать, я не знаю. Так, Хог, ёпта, ну против Хога тоже пламик не заходит. Ну это серьезно, ну это не серьезно. Серьезно, это не серьезно. Главное, чтобы это не палач Торнадо, потому что эта колода вообще дичайшая. И походу это она, потому что я вначале проиграл этой деке. Вау, он пропустит всего лишь одна тычка, так нечестно. Нет, одна тычка, я так не играю. Так, все, стоп. О, лучница, это что-то интересное. Вау, варвары, вау, это будет интересно. Я думал, это палач, короче, но это не он, это не он. Так, дракон, что там, ты будешь что-то делать, нет? Так, тихо, что такие у вас, дистанция такая большая. Все, отлично. Но он больше бы, да, пока что больше. Там Хог 2 или 3 тычки сделал. Так, ну сейчас, короче, если он не запнет, то будет хорошо. Все, хорошо. Пока что все прекрасно. У меня есть вторая печка уже. Он ждет сейчас, короче, ждет, когда печка моя подохнет. И он ставит, короче, Хога. А я такой печку, оп, и вторая печка. Ах, блин. Хотя бы одну тычку всего лишь. Отлично. Готовим молнию сейчас, наверное. Если бы он такой нормально там сейчас выбросил так. Ну, короче, не, молния тут не годится, друзья мои. Окей, давайте так. Ну, что? Окей, поехали. Так, что, чем дефать будешь? Вот не хватает торнадо немножко. Немножечко торнадо не хватает. Ну, сейчас, блин, вот запа тоже мне не хватает. Ладно. Скилла мне не хватает. Вот это если бы все было у меня, я бы нормально играл. Так, ну что, мушкетер же тычку не сделает, найс, поехали. Давай Хога накидывай. Не хочет он Хога накидывать. Окей, let's go. Поехали. Так, значит, собираем армию. Пламенный дракон, поехали. Так, окей, дракон. Давай. Тут шандарахнем молнией. Вот так вот, еблысь, отлично. Так, он, наверное, в шоке. Так, прекрасно, хорошо, варвары, это нормально. Блин, а вот это, конечно, миньончика он хорошо кинул. Так, ну давайте печечку, он сейчас фаербол, это будет фаер 100%. Гадалки не ходи. Так, минус лучницы. Так, смотрите, как все классно у меня получается. Смотрите, как у меня все классно, прям как будто я вот создан играть этой колодой. Так, здесь смотрите так. Так. Да ты чё, блин, мушкетер, достаешь так далеко, а? Так. Все, 900 хп осталось у него. 900 хп. Ну, пока что еще плохо все. Пока что еще плохо, надо накопить элик. Да ну нет, только не минус печка. Лол. Ладно. Дефаемся. Так, сейчас. Короче, бревно вот это закидываем. Лучниц убиваем, но не всех, кривое немножко, ну ладно. Тычка от Хога, но все, вот сейчас замес будет. Сейчас будут варвары, летучие мыши, вся вот эта делюга. Но смотрите, отлично, все. До свидули. Фух. С пламенным, надо нормальную колоду с пламенным. Пламенный нормальный пацан. Просто вот я вначале взял не ту колоду взял, я потом еще с лавой пытался, вот. Ну, короче, такая тема, ребят, 5500 пока вернул, сейчас вырубаю видос, пойду дальше поднимать трофеи, не знаю, какой колодой, вот. Ну, вы подписывайтесь там, поддерживайте, буду вам безумно благодарен. Ой, я не знаю, верите вы меня или нет, да не важно, блин, главное, что... Ой, что-то мне экран тут сдвинулся, главное, что я пытаюсь. Ладно, все, пошел тестить колоды, спасибо вам за просмотр, пока, ребятки, жду вас сегодня еще на стриме и видосики смотрите.
целую вас всех. Не надо было это делать в конце.